Дмитрий Голубков не самый удобный инспектор, потому что отлично разбирается в вопросах строительства. На этот раз он остался доволен увиденным. На стройплощадке одновременно находится около 80 человек. Работы опережают график уже на 3 недели, но отдыхать нельзя. Сад возводится по губернаторской программе и должен быть готов в самые сжатые сроки. С нуля строится новое детское учреждение по самым новым и современным технологиям. Стоит цель, задача, поставленная губернатором, до конца года детский садик сдать. Сегодня мы посмотрели ход строительства. Действительно, прогресс большой. Рабочие работают интенсивно, много техники, много людей. Видно, что день ото дня объект подходит к необходимому статусу. Новый детский сад будет большим. Он рассчитан на 400 малышей, плюс группы кратковременного пребывания. В смежном корпусе – бассейн. Большой объем земляных работ был выполнен зимой. Именно это и обеспечило строителям хорошую фору. Перепад рельефа, это горки 10 все-таки, да? То есть огромная подпорная стена, смоноличная. Немножко территорию выравниваем. 7000 квадратных метров детского садика. И представители заказчика, и технический надзор работают здесь в одной упряжке, позволяя сохранять хороший темп. Мы вышли на завершение строительства части бетонных конструкций, это несущие конструкции. В середине июля объект с точки зрения строительства будет завершен по бетонным работам. Дальше июль-август у нас будет работы по благоустройству и проводится большой комплекс работ по внутреннему насыщению. Это коммуникации, отделка. Примечательно, что этот детский сад станет первым объектом социальной инфраструктуры, построенным в горках десятых за последние 30 лет. А ведь уже примерно через месяц, в конце июня, на территории поселка начнется еще и строительство нового дома культуры. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».